Во-первых, мы все время на связи. Если что-то там, как-то какие-то вопросы, все вопросы ко мне. Звонят, осуществляю связь между советом ветеранов и вот через председателей связь со школами. Потому что сейчас в связи вот с пандемией у нас немножечко мы отдалились, в основном все по телефону, по WhatsApp, с некоторыми общаемся, видео. Ну, сложновато, конечно, было, но справляемся. Но вас все-таки признали лучше. Как думаете, с чем это связано? Я не ожидала, я не соревновалась с ними. Все совершенно разные люди и не все учителя. Это приятный сюрприз для вас. Да, сюрприз. Я никак еще, у меня это в голове не укладывается. Можно, пожалуйста, ваше пожелание для всех женщин с 8 марта? Будьте любимы, будьте красивы, будьте желанны и судьбой хранимы. Милые женщины, с наступающим праздником! Весеннего настроения, конечно же, любви, всем счастья и здоровья, мирного неба.